Привет, народ! И снова сюрприз. Сюрприз за сюрпризом. Сегодня у нас 15 апреля 2020 года. И вот такая погода. Продолжение сериала. У нас снова зима. И снова настала зима. Сегодня такой мелкий снег, но он густой. Мелкий и густой. Все засыпает потихоньку. Сейчас 5 часов. 5 часов вечера. Вот. Я на своем бэк-ярде. Ой, не знаю. Сейчас спущусь вниз, если не упаду. Скользко. Видите, снег везде. Все белое. Вот, сейчас я спущусь. Деревья цветут, снег идет. Кусты цветут, снег идет. Вот как это понимать? Вот я сейчас подойду к своей сливе. Вот у меня слива здесь, две сладких сливы. Какая-то из них белая, какая-то из них черная. Не помню. Так вот, пожалуйста. Ой, что мы имеем здесь, смотрите, видите, все, вот она, уже, вот они цветочки уже начали потихоньку, все в снегу, я уже не знаю, видите, все в снегу, когда она уже больше недели вот в таком состоянии, было очень тепло недели полторы назад, и буквально все пошло цвести. И потом начало холодать, потихоньку холодать. И вот так вот. Видите, вон желтые кусты цветет. Слива. Вот вторая слива. Да, она тоже начала уже цвести. Вот вторая слива. Тоже все. Вот все. Все в снегу. Вот они. Наклюкиваются цветочки. Фух, ничего. Груша. Груша, ёлкин-дрын. Пожалуйста. Тоже. Ну тут еще до цветков далеко, но оно вот оно уже пошло все. Вот оно, все уже потихоньку пошло. Вот, вот, наклевывается все и снегом присыпает. Я не знаю, выживет оно или нет. Потому что сегодня ночью обещает минус. Вот. Это вишня у меня такая вот маленькая. Вот. Я думал, она пропала. Я ее срезал. И не выкопал. А с нее паростки пошли. Я думаю, ну оставлю, пускай растет. Вот. Посмотрю, если сохранятся паростки, значит, пускай растет вишня. Вот. У соседей вон лилии, подснежники. Все прет. Сейчас уже у людей тюльпаны повылазили, гиацинты повылазили. Вон они, нарциссы повылазили. Лилия прет. Только так вот. Вот моя смородина. Видите? Эти вот кусочки, маленькие кустики, это то, что я в том году, в начале лета, вырастил с больших кустов. Паростки посадил в землю. Они дали корни. Вот, я их отдельно посадил. Они все лето, зиму перезимовали отдельно. Вот там. И вот буквально полторы недели назад, очень в теплую, хорошую погоду, мы, вот я их посадил сюда, обкопали землю, новую хорошую почву туда специальную положил под них. И видите, что творится? Не знаю, как оно выживет или нет. Боюсь, чтобы почки не померзли. Так, может быть, и не померзнет, я не знаю. Видите? Вот она, все. Смородина. Уже зеленые листья пошли. Пахнет так классно. Вот. Ой, ну что, не знаю, посмотрим. Вот такая у нас погода. Сегодня 15 апреля.
Фух, снова зима. Никак не даст весне прохода. Я думаю, засыпет за ночь, если не перестанет. А он не перестанет. Передавали снег, заморозки ночью. Раз заморозки, снег идет, то присыпет хорошо. Вот такая штука цветет. И все. Все под снегом, а? Ну, жалко. Смотри, что делается. Я уже отвык от холода.